Ребят, у меня сегодня был Бадун, а сегодня как бы вот такое настроение. Сегодня... Здравствуйте. Реально, пиздец, у меня ебло. Вы только посмотрите. Я просто вчера на чистке был лица, представляете, такой пиздец был. Так лицо мне почистили, вы бы только не представляете. Реально. Реально, я смотрю вот на это вот... И скучаю по своей школе. Хотя нет, в пизду, я не скучаю. Я бы там только пожрал и вышел, и все. Это по максимуму. Да, реально, чистку вчера делали. Представляете, реально, вообще. Ребята, какое у вас настроение? А у нас вот такое, в ахуе в ротское. Всем привет! Короче, ребята, ёб твою мать, чё с лицом? Сходили на фильм, сейчас на никто не услышит что-то там. Так его пиарили, везде рекламировали, во время просмотра всего, блядь, его так рекламировали. А в итоге очень скучно, и мне не очень понравилось. Пока никто не слышит, не услышит, вот так он называется, или что-то резво ради этого. Но мне не очень-то понравилось. Вот всё вам в мой обзор, блядь, яйцами. Чик-чик. И все, спать пора уже. Хуй-хуй. Ребята, вы привыкли просыпаться одна, а я нет. Потому что всю жизнь я просыпаюсь Just Food. Они опять привезли мне кучу приятных пронусов, прелестей. Сейчас посмотрю, что я буду кушать. Ленивая вся. Я хоть и не Леди Гага, но ебало, как из туалета обмахнули вниз. Вот так вот пропурычили, вот так, тры-тры-тры. Спросили, как дела, высунули. И вот получилось мое лицо. Полная черчхела. Привет, гниды, блядь! Выросли, да? Выросли у сучкиной, блядь, мамки! Пидорасы! Это я вот про эти кисточки, у меня на них аллергия. И с ними я постоянно воюю и разговариваю. Хватит распылять пыльца! Просыпаюсь, знаете от чего? От того, что задыхаюсь вот так. Апча! 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 Апчу! Чихаю так просто. Чихота просто невоверная. Артём! У меня для тебя подарок! Букет! Блядь! Букет из венерических заболеваний! Пора просыпаться с утра! Ребята, угадайте, с кем я встретился? Целиной! Вы, наверное, ее не помните, но кто тогда помнит? А ну-ка давай, Целинь, Зайлинь, на китайском. Ну, что-нибудь другое давай. Водяна. Ина, это первый друг, с которым мы познакомились в Москве, когда я учился. Где вы учились, блядь? В колледже, в гостиничном сервисе. Но я всем говорю, гостиничный бизнес, блядь, чтоб ты хуёво не было. Девушка, я на гостиничном бизнес учусь. Ой, блядь, там свидание, ёбаный рот. Гостиничный сервис. Значит, я приехал в Москву, и вот мы были на первом курсе, и мы познакомились. И вот сколько прошло, мы не виделись? Почти год мы не виделись. И вот сидим и каждый раз вот так рассказываем. Редко встречаемся и постоянно кучу всего рассказываем, что у нас в жизнях. В этот период Элина выучила китайский. Это ж пиздец, блядь, нужно по-русски как говорить, чтобы выучить. Ты еще не выучила? А, она не выучила. Я учу. Она не выучила. Можно и в трусы? Девушка, мы пришли вас нюхать трусы. Давай, подставляй, буду нюхать. Ребят, выбирают себе трусы, вот такие вот нашел, экзотические, а как у тебя? Кожаные. Я думаю, отлично, можно комаров и мух убивать. Там стринги. Ребята, вы знаете, что такое маркетинг? Маркетинг, смотри, вот это вот реальный маркетинг, блядь, что это, если не маркетинг? Я ебу, что это, но я захотелось мне это взять, я даже не знаю, что это, куда это вставлять, но такая помпочка милька. Артём мне говорит. Вообще-то маркетинг, а не маркетинг. Блядь, ты реально думаешь, что я не знаю, что такое маркетинг? Ты сказал маркетинг вначале. Я не так сказал. Ты сказал маркетинг. Я не так сказал, блядь. Ты сказал маркетинг. Маркетинг, я сказал. Артём, ты конченый, блядь. Ты конченый. Нахуй ты меня поправляешь всегда. Хочу и поправляю. Покажи мне эту хуйню. Лучше, блядь, из дома выйди когда-нибудь. С воздухом подыши. Ты нихуя не делаешь, блядь. Только спишь и трёшь. Что тебе нужно от моих вещей? Да покажи. Не трогай. Это мои вещи. Да покажи. На. А что это такое? Не знаю. Шейк, шот. Тренировку еле, блядь, Артёма вывез на прогулку за яйцом. О, яйцо выпало. Потому что ты бы не поехал на тренировку, если бы тебя не позвал. Я зожник. Ты зожник? Да. Покажи сигаретку, блядь, даме, угостите. Пизда, сегодня был штормовой ветер. Как видите, до сих пор, если можно прислушаться. Если прислушаться, то можно... В Москве расчленёнка, блядь, долбоёб. Слышите, ветер дует?
А, это в голове, блядь, бубенчики. Тренироваться, потому что я засыпаю. Ну ничего, ёбну водички, вот он гимн анорексички. Хочешь петь, попей водички. Вот он гимн анорексово. Анорексички. Долбоёб, блядь. Не, зашли в тупик. Я включаю музыку, чтобы... Я говорю, не пизди, пожалуйста, хотя бы 5 минут. Дай мне, блядь, отдохнуть. Он все равно пиздит, пиздит. Ёбаный рот, куда от тебя ты уйти? Ты должен был рад увидеть меня сегодня. Настроение. У нас настроение зимняя походка. Походка. Ой, девушка на лебедя похожа. Привет. Это для мамы записан. Мама, день рождения. А вот там девушка побежала, блядь, на Паралимпийские игры. Девушка вам в Сочи. И на эти игры меня нужно как бы отправить, потому что у меня рука повреждена. И упражнения я делаю не как нормальные люди, обе руки захватывают. Я делаю по одной руке. Вот. Сажусь на тренажер, сначала одну руку, потом другую. Обхватить не могу, а какие-то я вижу в зал ходить, потому что все смотрят на тебя. А что вы на нас смотрите? Здравствуйте. Мы вас снимем, на порносайт выложим. Уже заливаем, уже дрочат. Обожаю зал, все только смотрят. Сейчас после зала такие, идем с Артемом, думаем, ёб твою мать, пойдем прогуляемся по парку. Такие, идем, два шага вот так, тючку-тючку. Ебать, задунуло, нахуй сдуло. В пизду не пойдем гулять. Сегодня в Москве объявили этот, блядь, как это? Смерч, ураган, торнадо. Что, что там, блядь, это? Что объявили-то? Этот, торнадо. О, блядь, засасывает. Есть уникальная возможность не оформлять шенген. Визы, блядь, в США захотели, встали, позу приняли. Вот так руками делаем. На улице ветер, торнадо усасывает просто. Вы говорите, торнадо, мне в США, визы нет. И он от вас отвезет, потому что дует, пиздец. Шел к ребятам в гости, они развели контактный зоопарк. Контактный зоопарк, засилка. Иди сюда. Блядь, он срет. А это еще крыса. Это крыса? Нет, это не крыса. Ты чё, бля, вот крыса. Пирожок. А где крыса? У вас крыса повесилась. Сегодня, знаете, объявили торнадо, ее нахуй унесло. Вот крыса в шоу. Вышла! Ебанись умом! Привет, подруга! Давно не видели, сколько лет, как тебя зовут? Да ёб твою мать, ты-то зачем на меня лезешь? Крыса! В смысле? Она понимает по-русски? Привет! Хальду-иду! Understand! Хэндэхох! Я-я! Ёб твою мать, она реально меня сожрать хочет. Хозяева посмотрят, охуеют ее. Они же смотрят меня. Лариса, Лариса. Лариса Долина. Реально Лариса. Ебать она укусит. Ебать она кусается. Ебать, смотрите, отгрызает палец. Блять, смотри. Смотри, отгрызет. Грызет. Ебать она отгрызла палец. Она палец мне грызет, пиздец, смотри, Данил, ебать, смотри. Чего? Не снимай. Не снимать? Артем пьяный, напился, блядь. Настроение какое у нас? Не алкогольное. Интересное. Данил, какое настроение? Интересное. Я уроки делала всегда лишь травно на пятерке. Гарри, фото, Гарри, все, что ты мне.